расслабленный человек, он быстрее, точнее. А вот сейчас финальный поединок Анзора Шахабахова и Кирита Атакана, германского атлета, но опять-таки с турецкой национальности. Вот слегка начавшийся бой практически молниеносно остановлен, потому что немецкий спортсмен всем своим видом и отношением к поединку показывает о невозможности продолжения боя. И как итог, Анзор Шахабахов, как и все его товарищи, становится победителем весовой категории свыше 80 килограмм, то есть в тяжелой весовой категории. Ну что ж, достойную точку на код этого соревнования поставил Анзор. К тому же по итогам надо сказать, что Анзор Шахабахов становится и победителем в Тамисиваре.